преддверии Дня морской пехоты в Каспийске прошли праздничные мероприятия. С самого утра на улицах города прошел масштабный автопробег в поддержку военнослужащих Каспийской флотилии, принимающих участие в спецоперации. Маршрут автопробега стартовал с 71-го военного городка до Махачкалы. Финишной прямой стала Каспийская площадь имени Ленина. Там участников акции и горожан ждал торжественный концерт от военного оркестра краснозаменной Каспийской флотилии. Мы будем петь, будем стоять за тебя, Родина мать, и за страну трижды ура, за тебя, Родина. В концертной программе также присоединились глава Каспийска Борис Гонцов, почетный гражданин Каспийска генерал-майор Герман Кириленко, а также представители администрации города. Черные береты, береты морской пехоты – это уникальные войска, это экспедиционные войска, предназначенные для действия в любых точках земного шара. Они универсальны, могут действовать и с воздуха, на земле, и самое главное – с моря, с водной поверхности. Долг, честь, отвага. Там, где мы, там победа. Пользуясь случаем, хочу поздравить морских пехотинцев, присутствующих и не присутствующих здесь, и тех, кто находится сегодня в зоне боевых действий, поздравить с замечательным праздником Днем морской пехоты. Я как сухопутный пехотинец всегда говорил, что вот моряки подают пример в этом отношении, что не забывают никого. В ходе мероприятия на территории площади для всех присутствующих состоялась демонстрация военной техники. Жители города могли почувствовать себя настоящими солдатами, сесть за руль и сфотографироваться. Кроме того, пехотинцы Каспийской флотилии подготовили показные выступления рукопашного боя. Командующий краснозаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Александр Пешков обратился ко всем пехотинцам со словами благодарности за преданность, мужество и храбрость. Все это призвано показать, что мы гордимся нашими морскими пехотинцами, которые достойно выполняют свои боевые задачи во всех войнах и локальных конфликтах. А сейчас и в рамках специальной военной операции на территории Украины. Моряки, морские пехотинцы, моряки-каспийцы не раз доказали свою преданность Родине, свое мужество и героизм. Подавляющее большинство награждено государственными наградами. Отметим, что на территории площади также была развернута полевая кухня, где любой желающий смог отведать настоящую солдатскую кашу и насладиться горячим чаем с различными сладостями.